Торжественное открытие межрайонного центра делового развития, которым будут охвачены Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский, Мелеузовский и Куригородинский районы, состоялось в здании РТ. На открытии центра присутствовал глава администрации Борис Беляев и руководитель Уральского центра мониторинга и аналитики Ильяна Саитова. Они в торжественной обстановке разрезали красную ленту. Основная цель центра – помощь в открытии собственного дела. И открытие именно в нашем городе не случайно. Выбор площадки он не случайен, потому как Кумертау – город, активно развивающийся и создающий очень комфортные, благоприятные условия для развития и ведения бизнеса. И в том числе это, конечно, будет сказываться не только на предпринимательском сообществе, но и на качестве жизни горожан. В числе приоритетных направлений развития региона, безусловно, в том числе и создание благоприятных, комфортных условий для ведения бизнеса. И такие центры делового развития и сопровождения – это еще один инструмент для эффективной деятельности предпринимателей на местах. Центр поможет участникам оформить свои идеи в конкретный бизнес, преодолеть барьеры к пути его создания и развитию. Это хорошая возможность оценить свою идею, пообщаться с единомышленниками, получить много новой и интересной информации. Мы готовы оказать консультационные услуги как уже действующим предпринимателям, которые имеют свои проекты на сопровождение, так и начинающим предпринимателям, которые получили поддержку стартап, муниципальной программы поддержки предпринимателей, и также поиск новых людей, которые желали бы открыть свое дело. Специалисты центров будут оказывать бизнесменам помощь, юридические и бухгалтерские услуги. Любой человек может зайти в центр и получить консультацию по различным направлениям. А именно, по налогообложению, по анализу инвестиционного проекта, по технико-экономическим обоснованиям и многим другим. Кроме всего этого, помощь будет проводиться на бесплатной основе. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».